начинается! Посмотрим, как я проявлю себя в бою. Думаю, плыть. Не, давайте все-таки смотреть, а там от крейсеров мало. Увы, я даже один линкер. Куча крейсеров. В основном война крейсеров. Ой-ой-ой. И надо же, какое счастье мне. Ну, будем пробовать. Че, у меня планы поехать? Наверное, все же вот сюда, где три крейсера. Нужно будет им помочь. Все же с той стороны крейсеров больше. Вполне реально, что они выдержат. Хотя, мне кажется, может все же поплыть. Да что думать? Блин, вот даже не знаю, вот серьезно. Давайте будем все же, наверное, плыть сюда. Я обнаружен. Кто это меня уже увидел, непонятно. Наших крейсеров там достаточно. С той стороны, как видите. Да и их тоже много, крейсеров, прям все там. Вот это там бой будет. Я начинаю жалеть, что там не, что не поплыл туда. Опа. Где-то ты там. За вот этим маленьким островком. И вроде бы как он плывет сюда. Что же делать? Мне приостановиться. Дождаться. Нет, все-таки он выворачивает и едет вот сюда. Короче, дам газу, и вот тут я его и встречу, ребята. О, пошло. И я добавлю. Чуть-чуть что-то у меня получилось. Сейчас вот этот крейсер отхватит. Либо от меня, либо от наших. Да что он постоянно выворачивает, вы смотрите. Как же тяжело его достать. Тот сильно далеко. Тут не очень понятно, что происходит. Можно, конечно, наугад, но не хочется тратить снаряды. И так долго перезаряжаются. Но вот этого можно... получила преимущество. Вражеский крейсер потоплен. Тот что-то крутится. Так, я вижу, наши там получилось. Думаю, вот сюда. Не буду прям туда заходить. А вот как-то вот так вот попробую. Вот это да. Что это еще такое было? Кто это там такой герой? А ну покажись. Красный Крым. Торпед, надеюсь, у него нету или есть. Даже если есть, я и выдержу эти торпеды. Пожарная тревога.
Вроде бы как не вижу торпед. Бабах. Не? Не. Ах ты! Не надо же. Так, разверну-ка еще свои пушечки. Там мне как-то плевать на твои торпеды. Ты смотри какой. Не, ну вы это видите. Сейчас он же выпустит торпеды, и это будет вообще. Пушечки мои добьют или его. Да, ты смотри какой, видите, красный крыл. Так что покупайте, ребята. Что он творил мне? Так, куда меня черти несут? Опа. Давай, 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 башенька. Ой, как далеко как. Еще и стал так удобно. Мимо. Я очень разочарован. Зараза, а? Что-то поговаривают. Что-то мне кажется... А, типа на льва похоже. Да? Если я не ошибаюсь. Гора. Да, что-то в этом есть. Или скала. Скала, по идее. Бля, там сейчас муха сядет, он умрет. 9 жизней. Так как же вы все так далеко, а? А то, кто там такой? Как-то так неудобно я тут плыву вообще. Нужно башни эти развернуть. Вот что еще нужно сделать. Так, я так понял, крейсер вон там. Либо он уже туда где-то поплыл. Либо он крутится где-то на месте. Не знаю, что делать. Попробовать. А, так он стоит. Спит. Так, ну тот, кто спит, в принципе, можно. Ой, как хорошо попало. Можно его не особо бояться. Видел, кстати, новости, якобы хотят вот этих спящих заменить ботами, так сказать. В принципе, я считаю, это хорошая идея. Вот он спит. Какой из него толк? Да никакой абсолютно. А так был бы бот, хотя бы начал по мне стрелять, что ли. Каких-то, может, жизней у меня отобрал бы. А так вот просто бессмысленно. Я даже еще и мажу, и надо же, ребята, ну это вообще позорище. Где же те крейсера? Эсминец наш, вон там что-то плавает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. О! Вот это нежданчик. Это... Ребята, бог существует. Вертолеты какие-то он летят, ничего себе. Давайте мы поиздеваемся. В яблочко! Так, и надо ж как-то так сделать, чтоб я потом команда развернулся. Получила преимущество. И убил тот крейсер. Может на базу пора? А, какая база, ребята? Да я даже не смотрел.
Я тут один почти остался с этим, с эсминцем. Давайте хоть убьем этого спящего, что ли. Два корабля. Да шо ж вы такие живучие такие. Сейчас как раз за островок запрячусь. Все равно, конечно, мы проиграли. Жалко, интересно было бы там посмотреть, что ж там был за бой. Куча крейсеров. Одного залпа, я думаю, достаточно будет, чтобы его повалить. Еще один. Вражеский крейсер уничтожен. Вот еще один крейсерок у нас тут. Вот этот остров мне нравится. Он меня, возможно, защитит чуть-чуть. Хотя впереди он линкор плывет. Надо как-то под этот островок запрятаться. Ой, по мне стреляют, я в принципе... Ах, не очень. Есть пробитие! Вот это оно. Вы последняя надежда команды. Супер. Сейчас мы уложим и этот крейсер, три корабля заберем. Зря ты останавливаю. Ну, думаю, вот это последний. Крейсер противника уничтожен. Чудеса, ребята. А там есть линкор плывет, где-то, наверное, за островом. Жаль. Очень жаль. Можно было бы его хотя бы чуть потрепать. Так. Ух ты, 200%. Ничего себе. Но все же его еще тренировать и тренировать. Ну, начнем. Заберем награду. Писят командира за бой. Вот это хорошо. Супер контейнер. Испытываем удачу. А, неудача. О, да, пойдет, в принципе. Ну, вот как-то такой вот был бой у нас. До следующих видео, ребята.